Портрет – это очень многогранный жанр в искусстве фотографии. Изображение человека всегда занимало ведущее место в любых видах творчества. Не является исключением и фотография, где портрет – старейший и наиболее распространенный жанр. В выставке, которая открылась в Таганроге, приняли участие люди разных возрастов и профессий. Были среди них даже чиновники. Задумка Людмилы Скрынниковой заключалась в том, чтобы сфотографировать людей, совершенно не готовых к съемке. Ироничных, взъерошенных, усталых, обычных. Ну, так случилось, что не я, а мои коллеги заметили, что у меня очень интересно получаются портреты. И так как я участвую в военно-исторических реконструкциях, то как раз там очень интересные типажи, особенно мужские типажи, потому что когда мужчина надевает форму, или ребенок надевает форму, он очень меняется, внутренне меняется. Поэтому, когда я стала проявлять фотографии, то обнаружила, что действительно очень интересные получились герои, которые живут в настоящее время и в Таганроге в том числе, и которые очень самозабвенно относятся к тому, чем они занимаются. Что мне очень нравятся цветные фотографии, но так как это все-таки тематика 40-х годов, то, естественно, именно черно-белый вариант, потому что это как раз тематика того времени и краски того времени. Нет ничего проще получить изображение человека, и нет ничего сложнее, чем сделать это изображение выразительным и интересным. Ведь нужно не просто зафиксировать черты лица, а передать характер, настроение, мимолетные эмоции и наиболее общие свойства личности. Скажем так, фотографировать в городе можно много, разное, и все будет интересно. Значит, один из моментов, то есть интересно сфотографировать, это портреты, то есть лица людей, вот, с их эмоциями различными. Но опять же, эмоции – это то, что фотограф додумывает. То есть он видит лицо, видит какие-то эмоции и додумывает свою мысль. То, что мы видим на выставке, это жизнь, это люди вокруг нас, это наши родные, соседи, друзья, просто незнакомые прохожие на улице в разные моменты жизни. И все это вместе – образ нашего современника. Работу над портретом современника закончить невозможно. Жизнь летит стремительно, только успевай фиксировать лики времени, близкие и всегда такие разные.